когда он получил этот мяч, этот возвратился назад. Там защита, к нему потом попал мяч, когда игра продолжилась. Так что какой это офсайд, скажи? Да. 4-0 сперва написали, а потом сняли. А, уже написали 4-0? Да. Я не видел. Ну, слушай, какие деньги, это с ума сойти. Я не знаю, это... 200 миллионов. Можно, 200. За молодого, за... Нет. Все я равно, говорю, что Миша, человека покупает одного футболиста за 220 миллионов. Да. Это Мауриньо правильно сказал, что после этого трансфера цена поднялась на всех. Представляешь, это сегодня я читала в газете, что Бензем хотят с Бенземом продолжить. А, да. И Бензем. Новый контракт. И записать, что его выкуп на миллиард долларов. Это фейк. Ну записывают, Реал записывает. Миллиард уже записал на это. Но как бы они ни играли, все равно Серго Катеркадзе играл лучше. Правильно? Серго Катер и Давид Кипиани играл лучше, и головой играл Давид Кипиани. Надо знать, что было играл. И я уже не говорю о Давиде Пайчадзе. А? Борис Пайчадзе? Борис Пайчадзе, это уже вспомнил времена, уже которые Нона не помнит. Борис Пайчадзе, кого назвал? Вспомнил кого. Да. А? Как не помню Борис Пайчадзе? Что? Рагби, когда начинался у нас, я была молодая. Ко мне пришли, мой племянник играл. И сейчас рагби. Тоже молодая. Подожди. И сейчас. Да, знаю. Знаешь, мне предложили стать вице-президентом федерации регби. Ну, регби у нас по-грузински, по-русски регби. Ну, да, бьешь. И, значит, я говорю, что сидишь, с ума сошла. Как это быть? А мне кажется, именно еще, потому что у них не было... А тогда еще не было женского регби? Нет, ни женского не было, и вообще никто не смотрел. Они все сами собирали, сами покупали форму, сами шли. Они и переработали характер просто, потому что... А какой это был год примерно? Ну, молодые совсем годы, когда я стала.